В рамках празднования Дня алмазодобытчика настоящий фестиваль футбола провели на центральной спортивной площадке в Айхале. Там разыграли кубок главы поселка. Попробовали свои силы на футбольном поле и женские, и мужские команды. Всего их заявилось 9. В основном это сборные предприятия Айхала и национальные общины. Завершил футбольный праздник розыгрыш мяча Кубка ФИФА. Главную награду получила команда «Карьера юбилейный». Футболистов как могли подбадривали участники групп поддержки. Они после каждой игры исполняли зажигательные танцы вместе с футболистами. Кроме того, наградили лучших нападающих, голкиперов и болельщиков. Все они ушли со специальными призами. Настроение отличное. Организацию представляем. Представляем команду Айхал. Готовы, настроены на победу. Очень сильно. Первый тайм нас разогрел. Сейчас будем готовиться ко второму. Мы заряжены, мы готовы на победу. Сейчас начнется второй тайм. Желаю всем девчонкам удачи. Я болею за синюю команду. Там играет моя девушка. Я пришел ее поддержать, поэтому они выиграют. А проводить такие мероприятия, конечно, нужно. Популяризировать спорт, и вообще редко девушки играют во что-то. Конечно, такие мероприятия, я думаю, можно даже каждое воскресенье проводить. На данный момент болеем за синий. Вот. А так, ну вот, за карьер, за юбилейный и за молдавскую общину сейчас будем играть.